Всем доброе утро! А у нас уже не утро, у нас уже 5 вечера. Мы уже со Златиком сходили, немножко погуляли, забрали кое-какие наши посылочки. Сейчас мы поведем Дашульку на занятия. Заодно, если успеем, забежим в Плазу, посмотрим ей какую-нибудь обувь, потому что в Питер пришло лето. И нужно, собственно говоря, что-то носить. Вот, если у меня еще что-то есть, у Дашки уже что-то мало, что-то сносилось и так далее. Да, Златусь? Давай, скажи. Скажи всем привет! Ну и у меня есть что вам показать и рассказать. Во-первых, мы купили детские развивающие карточки. Вообще очень классно, сейчас покажу. Потом мне пришла пижама с Алиэкспресс. И пришло полотенце, заказывали его на Wildberries. Полотенце, сейчас расскажу зачем и для чего. В общем, заказала вот такое полотенце Златику на Кристины. Полотенце с уголочком, спаси и сохрани, с шитьем. В общем, сейчас откроем, посмотрим. Так, вот, посмотрите, какое оно большое. Честно говоря, не помню, какой размер. Укажу в описании. Надо посмотреть, сейчас не помню. Но большое полотенце, мне нравится. Оно, конечно, не толстое, то есть оно довольно-таки тоненькое. То есть это махрушечка, оно такая довольно-таки тоненькая махрушечка. Ну, хорошее. Оно не плотное, нет. Ну, мне кажется, достаточно для Кристины. Тем более у нас Кристина не зимой. Вот. Поэтому очень даже я довольна. Очень красивое полотенечко. На фотографиях будет классно смотреться. Ну и хорошая память останется тоже Златику. Жаль, когда Дашульку крестили, я вообще понятия не имела, что такие бывают вещи. Может, тогда и не было особо такого. Покажи меня. Там Дашка тут крутится, вертится. Ох, какая. Так, ну еще одна посылочка на сегодня. Мне пришла пижама с Алиэкспресс. Так, в общем, посмотрите, какая классная. Качество у нее отличное. У нее очень много было хороших отзывов. Я, конечно, ее еще не мерила. Как она к телу, не знаю. Но вообще народ ее очень хвалит. И я ее заказывала по отзывам. По отзыву блогера Оси. Думаю, многие знают. Если не знаете, посмотрите. У нее очень классный канал. Один из моих любимых на ютубе. Вот. А, значит, пижамка классная. Надо будет померить. Думаю, буду с удовольствием носить. Значит, спать не знаю, но мне кажется, очень классно, даже как домашняя одежда, просто вот вечером одеть после душика. Класс. Надо будет примерить. Так. У меня, к сожалению, нету красивого зеркала в пол. Пока снимаю вот так. В общем, вот пижамка. Очень классная. Мне очень нравится. Прям вообще огонь. Очень красивая. Такая приятная она. Это, кстати, размер М у меня. Очень даже хорошая, как дома ходит, прям огонь. Очень красивая. Очень приятная. Нежная, села, отлично. Можно, кстати, даже без пояса. Он тут тоже не обязателен. Без пояса тоже красиво. Очень она мне нравится, такая прям красивая вообще. Я очень довольна. Она стоила, по-моему, 1350, что ли. Оставлю, напишу цену вам здесь. Если кого заинтересовало, ссылочку тоже оставлю. Мне очень, очень нравится. Жаль, у меня только зеркало. Не очень. А вот и пришло к нам наше крестильное платьице. Вот такое вот красивое. Заказывала на Wildberries, сегодня забрала. Сейчас вместе с вами посмотрим, какое оно. И, наверное, примерим. Да, Златусь, померим? Платьице померим? Какое. Так,
хотелось чего-то красивого, такого нежненького. Так, сейчас тут. На камере оно смотрится белым, но по факту оно более кремовое. Такое, я бы сказала, немножко кремовое. Очень красивое, и косыночка. Минималистичное такое все. Вышитый крест. Очень красиво, аккуратненько. 6-9 месяцев. Ну, вроде как нам должно быть отлично. Ну вот. Ой, какое оно красивое. Так мне нравится. Ее малышество, фирма какая-то называется. 74-80 у нас размер. Здесь оно на запахе. Точнее, такое вот на кнопочках. Сейчас померяем. И вернемся к вам. Сделано очень аккуратненько. Трикотажик очень приятненько. Это хлопочек, не синтетика. Мне кажется, вот потом в этой панамочке можно ходить будет. Спокойно. Вот, очень красиво. Ну вот, одели мы платье очень нам хорошо. Итак, я наконец приступаю к разбору моей кухни, и первое, что я хочу сделать, самая главная моя сегодняшняя задача, это избавиться от вот этого вот всего безобразия, потому что это, ну, мягко говоря, дико раздражает. В общем, буду пытаться все это как-то организовать, с учетом того, что кухня у нас маленькая, но надеюсь, я справлюсь. И надеюсь, эта организация мне хватит до нашего переезда, который, надеюсь, будет очень-очень скоро. Так что, поехали! Всегда вовремя села батарейка, потом кончилось место на карте памяти, ну и вот и на телефоне тоже кончилось место. В общем, как всегда, все вовремя. Вот, но я убрала все вот это вот дело, разобрала, нашла этому другое место. Вот, пока картинка не смотрится, ну, какой-то такой прям очень чистый, вот, потому что... Ну, во-первых, вот эти кувшины, к сожалению, от этого мне не избавиться, ну, потому что это вода, да, тут кипяченая, чайник, собственно говоря, фильтр для воды, масло, вот, это как бы останется так, как есть. Вот, возможно, что-то еще здесь, ну, там, приведу в порядок, но в целом плюс-минус так же и останется. В общем, и здесь у меня около раковины, вот это дело все тоже хочу организовать, возможно, поставить в виде композиции на какой-нибудь подносик, может быть, поставлю туда, и когда все это организовывается именно в композицию, мне кажется, все это будет смотреться намного лучше, ну, как бы логичнее, да, вот, вот эти вот мочалки я уберу, это старые мочалки для раковины, для плиты, я их использую, вот, вот, вот это у меня средство для златки. Вот такие вот, кстати, в Леруа мы покупали. Дешевенькие, они, по-моему, вообще по 60 рублей. Вообще классные. И что прикольно, что у них вот эта вот крышечка сверху снимается, и ты наливаешь не через верх, ну, можно как бы здесь открутить, налить, а можно через стаканчик, просто стаканчик, ну, здесь снимается, и остается стаканчик. Вот.
значит, средство для гладкой посуды, для нашей, и вот такое вот мыло для кухни от Faberlic. Вот это мыло особенно классно устраняет неприятные запахи, запахи от рыбы. Вот, допустим, когда я готовлю рыбу, очень часто потом остается запах. Она вроде отмылась, а запах есть. И вот, так вот это вот мыло прям вообще спасение от таких, для таких вещей. Так что рекомендую, девчонки, кому надо, покупайте, заказывайте. Так что вот такой вот у меня пока что порядок. Лядки, ты такая довольная. Ты такая довольная, да? Кнопка. Ползешь? Ползи сюда ко мне. Ползи. Ползи, поговорим. Да, ползи. Привет. 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 А сразу грызть маму, да, надо сразу грызть? Да и маму сразу съесть надо, да? Да. Сейчас мама скажет пару слов, ладно? И пойдем. И пойдем с тобой на кухню пить кофе. Так что всем пока. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч. Все, пока-пока.